уроженец Краснодарского края Белохлинского района, в данный момент проживающий в городе Селидово. С октября 2014 по март 2015 состоял в рядах незаконного воинского формирования батальон «Восток» Донецкой Народной Республики с окладом в $100 на должности водитель. В мои обязанности входила перевозка грузов российского производства, а именно продуктов питания, одежды, с пункта Успенка по базам батальона «Восток». Так, получается, в марте 2015-го я разочаровался в службе батальона «Восток», тем самым ушел. После этого переехал на территорию Бородины, а именно в Селидово, по месту проживания. После этого в августе 2016-го был задержан работниками службы безопасности Украины.